Вы не поверите, но она проглатывала крокодилов и весила больше тонны. Речь о титаноboa. Это самая большая змея на планете за всю историю. Только представьте себе махину длиной в 14 метров. Высотой это почти как пятиэтажка. Нынешние потомки титаноboa удавы тоже, ребята, не из маленьких. Однако даже анаконда уступает ей в длине в 2 раза, а в весе и вовсе в 4. Так как такую тушу волочить по земле занятия не из легких, они обитали в основном в болотах и предпочитали теплые и влажные леса. Этот доисторический шланг может принести вам $50 000, если вы докажете, что он до сих пор существует. Но лучше не надо. Впервые мир узнал о их существовании в 2009 году, когда были обнаружены фрагменты их скелетов. Посмотрите на фото, здесь сравнение позвонка титана boa и анаконды. Это колоссальная разница. Повторим.